Трагедия. Традинг в центре. Традинга, наверное? Это как мегаач. Если захочешь покататься сегодня, можно у Ксюши велик взять на крайне. Если вдруг захочешь покататься, если есть большое желание. Можно придумать. Игра, торгу. Дядя, что ты голова? Хорош, быстро перешел, понял? Торгу. Вот, ворот! Гол забили? Гол забили? С углового. Да. А, ты свисток? Просто развели мяч в угловой. Со свистом. Что ты гонишь? Хорош, да, хорош, ударом. Да, серьезно, что с ним? Может, ты не услышал свисток начала, и потом начал этот запись? И вывели в угловой, если случайно. Центр. Все снимет. Снимки снимать все. Дупляне валят, как по-русски говорить. А шахбот. Чувак, это шахбот. Вот самый шахбот. Давай, давай, Серега, бори.
Шестая. С 5 5:30, да. Хорошо, так, хорошо. Хорош, хорош, принимай. Да, некому Такой шелбот, такой шелбот. Пожалуйста, со мной нормально по-человечески разговаривай. Слушай, ты меня знаешь. Это вообще дупля не варят как. Какая-то отдаленная от реальности. Шиз, думаешь? Просто не знает русского языка вообще. Отдел депортации.
сзади, ребят, внимательно подбор смотрите. Серег, тихо, 9 у тебя. Хорош! Бегу, давай! Камил. 14-я пошла. Удачи. Удачи? Ты поставил лайк или что? Дальше по плану. Блядь, сразу. Саня! Наш, давай, глубоко. Саня! Паша, класс! Наш! Сказать, во имя избежания проблем, типа такая сразу на личность. Просим! Играем! Лёш, играем! Хорош! Это голевой момент! Хорош, Женька, хорош, хорош! Центр! Ниже, ниже, спустись, вот девятый сам.
17-е. Ну как он, блядь, один и твой? Хорош, наша не сейчас нет. Ну да, это может три. Может три бы. Рост, мам, рост! Сам двигай, сам двигай. Рев, сколько сыграли? 18 сыграли. Реакции не хватило, да? Понимаю. Играй, 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 прижимай! Давай, Вань, Вань, Олег, сразу! В него, в него! Олег, сразу! Давай, давай! Иди, играй! Давай, давай! Давай, давай! Дима, хорош, 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 до конца! Дима, до конца! Пацаны,
Ну, достань, достань, Муня. Хорош ты, да. Пауза. Пауза, дай подышать. Паджик, пауза. Пауза. Шире есть. Хорош, хорош. Здорово, Димашов, бери мяч. Парни, да. Ну чё, кто это? Куда? Передичек. Сыграй! Ну так держи! Завидно передичек. А, него, него, него! Еще! Беги! Обыгру! Бей поздалека уже! Вот это все. Хорошку, мне засадка. Ничего, ничего, ничего. Дима, Дима! Замена хорошо. Давай! Пауза, 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 замена. Костя, Мася. Парень, давайте еще. Давай, давай. Мася нарушай. Мася нарушай. Так же. Играем, играем! Вот он же спорит! Хорошо, твоё! Вы то спорите стоит! Хорошо! Там мяча нет. Вышел, рэп! Да как не, по линии стою. Это же точно. Слушай, ты меня знаешь. Ты два места, скажи. Скажи, куда приехал. Скажи свой адрес. Скажи свой адрес, скажи. Ты где твое место, скажи? Врача, позовите врача. Она еще, она не картава это говорила немножечко, нет? Врача, врача. Врача, врача, позовите врача. Ну, просто так максимально. Давай поиграем в эту фифу, слушай, ну серьезно. Я не шучу, блин, я уже захотел из-за тебя. Серьезно? Да, я, блин, не хотел, короче, теперь... Кто? Фамилия кто? Да. Не слышу. Не. Еще раз? Кому фамилию? Кутян, все, спасибо. Так я говорю, тебе падаю. Даже не из-за наушников не услышал, а из-за ветра. Владимир? Максим, пока его зовут. Да, 5 минут. 5 минут осталось. Да. Ну, это когда говоримся на будущее, сам я паузу себе ставлю, потому что, чтобы не было такой ситуации. Я раньше услышал. Что тебе кричит? Пацаны, подожмите, 1 на 2 дальше перешли. Давай договоримся.
договоримся. Наверное, ты первый раз выключаешь. Печень или легкие побиваем? Дима! Если клиентский аккаунт там 5 мегабайт стоит, типа весит, то я не хочу. 5 мегабайт, весит FIFA нормально. Там клиент FIFA, чувак. Интересно, а реальная FIFA не против, что такое делают на их базе? Я думаю, что у них партнер. Это же конкуренция с Ultimate Team. У них какая-то корейская FIFA, причем. Чуваки, которые играют активно, они шарят все скрипты и так далее. Они разбирают игру в первую систему. Ну, скрипты там, конечно, сомневаюсь, что прям скрипты, но механики точно. Ну, там, короче, есть механики, да, и скрипты под статы и так далее. Понимаете, сразу даже по-корейски. Я помню, когда там обсуждал. Футбол-менеджер, кстати, да, это более вероятно. Иди с ударом! Хорошо, ничего страшного. Дома, лево, много! Лево, лево! Скорее всего, менеджер. Менеджер, думаю, скорее. Давай! Короче, там в корейской версии футболистов статы 120, а вот их 100, лево, много. А скрипты на 120, короче, ну, типа, вот такое. Типа, достаточно сложно забивать. Я видел его матч, он там 2-0 играет, там 3-0, ничего страшного. То это вот ты стримишь и главное. А кто у вас желтый получил? Фамилию желтый, кто у вас получил? Ну, поставь капитана, просто желтый он исправит. Валиневич, я понял. А их там два, и Валиневича. Вы можете сказать, кто? Максим или Евгений? Я занесли перед игрой. А кто, Максим или Евгений получил? Максим. Спасибо. Ты слепухи занес перед игрой? Ну, Максим должен быть. Где наш нормальный рэп? Дима! Андрей ненормальный рэп. Да, а ему занесли, я же знаю, он же... Ну это же классика жанра, а жрюхи... Сколько у него там оценки? Типа за два пенальти. 5000 гривен, да? 5 литров. 5 литров. Здорово, на себя, записи его! 5 литров. Ситрон. Живчик. Я просто... Я не знаю, кто это. Реф, это не желтая, блядь! Вот в чём, блядь! Всё, Жень, я записал. Чувствую, чувак. Чувак, вот такой фонарь у него такой стоит, сейчас он идёт такой. 20-й номер. Упал, типа, когда я вот это, он об землю ударился лицом. Да, такой... Сняк на, ну, прям фонарь, фингал, короче. Да он бежал, Сань, он просто бежал, он спотыкнулся об него и все. Андрей, 20 сек. Андрей, 20 сек. Сейчас маски, все дела. Да понятно, просто она так выглядит, короче, как будто бы подрался. Не бросайся. Что, Андрюхи опять занесли? Да сколько можно ему заносить уже? Андрей, хватит брать взять. Да, я понял. Что еще? Уже время, все, Андрей. Время уже. Время. Первый тайм, да? Витя. Да.